Дорогие братья и сестры, очень благодарю вас всех. Спасибо, Господи, вас. Слов даже не нахожу. Благодарности, что вы нас не оставили в беде, дорогие братья и сестры. Сегодня полдня человек устанавливал вот этот электрогенератор. И уже, дорогие братья и сестры, вот на запах полностью бензин уже залили, что вдруг в случае отключки света, даже сегодня ночью отключит. Вот, все, мы уже не пропадем, у нас будет работать один камин дома, и будет работать плита, что мы сможем просто себе готовить кушать. Вот, дорогие родные, спасибо Господи, вас очень благодарим. И еще, дорогие братья и сестры, большая радость, что мы купили печку. Только ее привезут через пару дней, и очень благодарим, что вы нас выручили. Пока установим печку, то вот электрогенератор будет нас спасать. Спасибо Господи вас, дорогие братья и сестры, пускай Матерь Божия вас хранит, оберегает. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, что вы помогли на лекарства нам и сыну. Сколько людей, сколько откликнулось, сколько людей нам предложили помощи, что я, наверное, больше уже стала плакать, переживать от того, что сколько людей звонило нам. Звонили люди из Тюмени, звонили люди из Липецка, с Тамбова, звонили люди из Беларуси, из Петербурга, с Москвы. Благодарю вас, родные, что люди нам и продукты будут высылать, вот, и лекарства проплатили. Спасибо, Господи, какой наш русский народ, люди откликнулись, какие люди добрые. Люди все откликнулись, люди все помогли, люди не оставили в беде, люди помогли, руку помощи протянули, печку нам купили, генератор нам купили. Господи, помилуй, слава тебе, Господи, так как же не молиться, не спасаться, не трудиться, только благодарить Бога. Слава тебе, Боже, благодарим тебя, Господи, Боже наш, что ты даровал нам рабов Божьих, которые нам помогли в трудную минуту. Конечно, дорогие братья и сестры, было очень скрутно, очень трудно, и мы никогда для себя ничего не просили. Мы всегда обращались только для храма Божьего. Это, конечно, был очень большой стресс для меня лично, потому что, мы обратились, потому что у нас было безвыходное положение. Мы сами, вы знаете, что мы сами его себе не купили бы, а просить мы не решались, а было безвыходное положение. Было уже такое, что мы бы просто позамерзали. Спасибо вас, Господи. Ангела вам всем хранителя.